Северная часть острова Тенерифе. Впереди банановые плантации, красивая береговая линия со скалами живописными. Впереди влагосберегающее покрытие, вот типа теплицы. Такой красивый вид. Это местечко находится между городами Ико де Лос Винос и Горачико для самостоятельных туристов. Велосипедная дорожка. К сожалению, на Тенерифе вот таких оборудованных чисто для велосипеда дорожек очень мало. Основная трасса вверху, здесь автобусная остановка, и я там на 2-3 минуты оставил машину. Так, оборудованное место. Итак, взгляд еще на этот красивый вид. Сделаю приближение. И едем дальше.